на нашем замечательном городе. Сегодня, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы вашему отделению управления культуры сказать спасибо руководству горосполкома в лице Владимира Ильича Шумилкина и городского совета, который у нас были, они продолжаются и поддерживаются. Я вам должен сказать, Владимир Андреевич, что мы все время проводили приемы в малом зале, но в этом году малый зал оказался для нас действительно малым. За такой динамики, если что, мы в следующий раз пойдем в уровень. Потому что в два раза действительно детей увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Я должен юным артистам, это «Квитка любови», украинская народная песня. Ее исполнит победитель всеукраинского конкурса бандуристов имени Кабачка. Нина Самойонова и Ольга Горячая. Количество талантливых, одаренных ребят много воспитанников городского детского дворца культуры. Причин здесь несколько. Первая причина, наверное, та, что городской дворец культуры, являясь крупнейшим внешкольным учреждением на Украине, имеет возможность принять у себя до 5000 ребят. И, конечно же, из такого огромного количества ребят можно выбрать большое количество звездочек наших замечательных. Вторая причина – это наличие у нас замечательных молодых педагогов, чем я очень горжусь, молодые высокопрофессиональные педагоги, которым идут дети, которых любят дети. Третья причина – конечно же, наши замечательные родители, потому что только благодаря родителям сегодня вместе с ними, рядом с ними, мы можем помочь одаренному ребенку. И вот когда ребенок достигает каких-то потрясающих результатов, конечно же, здесь и немалая заслуга наших родителей. Я хочу поблагодарить, безусловно, городское управление культуры. Хотя мы принадлежим управлению образования, спасибо, конечно, Константину Константиновичу, предоставляются самые престижные площадки для выступлений. Ребята могут выступить, ребята могут сначала в Харькове показать свой. И я хочу от имени городского дворца культуры вот сделать вам такой подарок, пригласить Катюшу к микрофону, которая споет вам песню «Перший день». С праздником вас всех!